Freedom Finance – это современный банк, клиенты которого могут полноценно инвестировать на рынке ценных бумаг, покупать акции лучших компаний мира и получать на этом хороший доход. Акционеры Apple, Facebook или того же Google, что называется, испытали на себе рост мировой экономики и впечатляющий темп дохода от этих компаний. Мы увидели, собственно, огромное количество новых размещений. В этом году их было больше 12 новых компаний. И те инвесторы, которые на первичных размещениях покупали эти акции, они тоже, собственно, смогли получить хороший доход. Ну а клиентам нашего банка мы как раз сейчас активно работаем над тем, чтобы у них была возможность получить платежную карту премиальную в нашем отделении. Причем получить ее прямо в день обращения и нормальную именную карту, которая выпускается прямо на месте, по которой начисляется достаточно высокий доход и высокий кэшбэк. А причем кэшбэк в нашем банке можно будет получать не деньгами и не милями, и не бонусами, а акциями, собственно. Другими словами, клиенты банка Freedom Finance накапливают на своем брокерском счете акции выбранных компаний, а защита капитала здесь под 100% гарантией. Вклад будет страховать агентство по страхованию. У нас есть структурный продукт на акции Apple, он позволяет получить до 60% от того, насколько вырастут акции Apple. То есть, если они, например, вырастут на 40%, то наш клиент сможет рассчитывать на доходы по вкладу в 24%, при этом, если акции упадут или не вырастут, он получит свои вложенные деньги обратно по итогам года. Мы завершили некий процесс превращения в публичную компанию в Соединенных Штатах Америки, сами привлекли капитал в конце прошлого года. Ну и, в общем, все равно, на мой взгляд, это самое интересное, что произошло на инвестиционно-банковском рынке в России за последние 10 лет, это, наверное, прям правда будет. Помочь клиенту разобраться в инвестиционном банкинге и тем самым помочь зарабатывать – это главная задача банка Freedom Finance. У нас в России это новое направление достаточно, да, не каждый готов инвестировать в акции. Для этого мы здесь и открываемся в Сочи, чтобы знакомить с инвестициями. Мы именно инвесторы, мы не те люди, которые постоянно делают сделки на бирже. Мы инвестируем на среднесрочной перспективе, что позволяет нам в среднем получать хороший доход. Банк инвестиционной компании Freedom Finance расположен на улице Парковая, 2, напротив администрации города Сочи. Татьяна Говоркова, Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.